Друзья, привет! И сегодня мы приготовим замечательного муксуна, вот такую вот северную рыбку. Будем готовить ее в лодочках с картошкой. Значит, в первую очередь мы сейчас замаринуем картошку. Сразу же ее посолим. И все это дело оставим пока, пускай стоит. Сейчас сделаем пережарочку, пока будет готовиться, мы займемся рыбой. Лучок и морковку. В сковородку уже налили масло. Берем эти желтки. Лучок помельче. И сразу же можем сюда же натереть морковку на крупной терке. Теперь все это дело мы отправляем на сковородку. Сейчас, как обычно, да, как Хрюша буду. Сюда же добавляем сразу же красный сладкий перец для цвета, перчик, для аромата, и солим. Все это дело я отправляю пока на плиту, и сразу займемся с вами рыбой. Все, теперь пускай тушится, делается пережарочка, а мы переходим с вами к рыбке. Рыбка у нас муксун. Отрезаем сразу голову на уху. Надо как-нибудь снова приготовить уху по-царски, уха из петуха, как раз вот на первый бульон. Теперь делим порционно рыбки, где-то вот такими. Раз, два, три. Хвостик останется на уху. Все это дело теперь мы сначала специи для рыбки специально. Конечно же, внутрь. Так. И теперь солим рыбку. Чтобы рыбка не прилипла на дно лодочек, положим. О, уже откуда-то попало. Вот так вот лучок. И на этот лучок уложим рыбку.
Значит, лодочки мы эти делали по форме судочков, да. То есть удобно как бы. И теперь мы берем рыбку и внутрь рыбки так вот вкладываем пережарочку. Бусинки нету. Ее рыбка не интересует. Так. Теперь мы укладываем картошечку. Чтобы не порвать. Да, аккуратненько. Получается порционно как раз на человечка. Лучше туда, там мало. Вот. Может прорезать ее, и тогда она вот так нет. Дальше заливаем это дело сливками 10%, немножко разбавленными с водой. Главное, чтобы оно теперь не раскрылось. И обязательно по небольшому кусочку сливочного масла. Может, и на рыбку. Можно даже на рыбку положить. И все это сейчас отправим в духовку, разогретую до 200 градусов. Но перед этим накроем фольгой и продержим под фольгой минут 20 в духовочке. Накрыли фольгой и отправляем в духовку. Снимаем крышечки с лодочек. Аромат стоит. Не передать. Парить как. И продолжаем готовить. Да, и теперь отправляем, чтобы немножко все это дело у нас подрумянилось. Рыбка приготовилась с картошкой. Ну что, давайте посмотрим. Картошка приготовилась. Ну, естественно. А аромат? Очень вкусно. Просто. Картошка пропиталась вот этим вот сливочным вкусом с рыбой. Не хватает горячее. Ну горячо. Ага. Смотрите, какая рыбка. Красота. И вкуснота. Ну что? Просто нежнейшая. Это она прям во рту тает. Прямо прелесть. Горячо, но очень вкусно. Спасибо за то, что были с нами. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока-пока. Пока.